Всем приветик, всем доброе утречко. В общем, хочу вам показать наши вчерашние покупочки. Вечером вчера сделала заказ со Сбермаркета. Не хотелось идти в магазин. В основном это покупки были какие-то там сладости. Потому что мы чуть ли там не через день бегаем в магазин, покупаем какие-то шоколадки к чаю, пирожные. И решила вот сразу на несколько дней заказать. Может, даже на неделю, может, и больше нам этого всего хватит. В общем, чтобы не бегать за всякой ерундой в магазин, решила сразу заказать все одним заказом. В общем, вчера уже вечером не стала ничего показывать, потому что привезли поздно. Вот этот пакет я даже не разбирала, это я убрала его сразу, чтобы детей не соблазнять сладостями. В общем, будем доставать всего по чуть-чуть. Вот то, что у нас было уже на столе, это вчера заказала пастила со вкусом клубники. Не знаю, честно скажу, я еще не пробовала. Дима вчера с Женей попробовали. Открывала упаковку, аромат от прям клубника, на самом деле со сливками. Очень приятный запах. Кстати, у нас в ближайших магазинах я такую вот пастилу, честно сказать, не встречала с клубникой. У нас там ванильная есть, еще какая-то. Не помню, ваниль еще какая-то у нас продается. В общем, клубнику не встречала. Конечно же, соблазнилась на наш зефир любимый. Вкуснее этого зефира я еще ни разу нигде не встречала от Шармель. Он там, кстати, шел по скидке, по-моему, 249 рублей. Это глобус я заказывала из магазина. Потом дальше помидоры тепличные. Так, это они у нас стоили за килограмм, ну, почти 150 рублей на 94 рубля. Бананы, ну, дети вчера тоже вечером уже поели их, две штуки осталось. Потом заказала вот такой вот ассорти рыбное. Не знаю, взяли первый раз, попробуем. Выглядит аппетитно. Тут, в общем, в состав входит горбуша, сельдь и скумбрия. Три вида рыб. Я думаю, должно быть очень вкусно. Потом нарезку заказала. Тоже что-то там недорого стоило по скидке. Думаю, да, я возьму. И мы уже, кстати, брали вот такое вот масло лососевое. Вот такая вот пластиковая баночка. Оно очень вкусное. И по бюджетной цене такое взяли. И селедочные. Селедочные корные. Тоже вкусненько. Вот две баночки заказала. Потом пудинг. Себе взяла, что-то захотелось такой вот карамельный. Раньше я очень такие любила. Сейчас, конечно, они уже по вкусу чуть-чуть отличаются, такие, как раньше. Но все равно взяла. Потом вот такие вот творожки заказала. Женя вчера тоже уже поела. Он очень такие любит, так что это вот для него. Дальше. Сырки творожные с вареной сгущенкой. Вот их фирма Глобус. Не знаю, еще не пробовали. Вот 4 штучки заказала на пробу. Так, а что-то я у нас не вижу тут. А вот они. Не достала. Грибочки. Вот. Заказала шампиньончики тоже. 400 грамм упаковка. Тоже нужны мне будут для готовки. Так, ну и дальше пакет. Я этот пакет даже не проверяла, он как привез. Я вот вытащила вот эти две коробочки со сладостями к чаю и все. Это все убрала, даже не проверяла, полностью ли заказ или нет. Знаете что, я вот еще из фруктов заказывала мандарины. По-моему, полкило я заказала, но я их не увидела, потому что фрукт... А овощи я еще там заказывала, картошку, морковь, лук... В общем, овощи, фрукты, это все по отдельным пакетам были. Но в фруктах оказались только вот бананы. Мандаринов я почему-то не видела, хотя у меня за мандарины списали. Сейчас я посмотрю, может, в этом пакете. В общем, взяла чокпай. Я вам сейчас показываю, просто пока все спят. Потому что если сейчас Дима встанет и видит, ему сразу захочется все попробовать. Вот пока не спят, я вам решила показать. Потом вот такую вот соломку взяла. Димке вот такие печеньки взяла. Потом вот такие мы тоже ни разу не брали. Решила вот заказать тоже попробовать. Двойной слой белого шоколада. Еще больше кокоса. 16 трубочек. По весу 185 грамм.
Мне кажется, тоже мандарин нет, не положили, видать. Потом печенье затяжное, такое вот самое обычное, мне нравится. Дарушка. Дальше что-то у нас очень много сладостей, говорит, прям на много-много дней нам их хватит. Зефир вот такой, тоже их не фирмы, с ароматом крем-брюле, тоже ни разу не брала, не знаю, посмотрим. Потом печенье. Печенье, я так поняла, они, видать, расфасовали, я заказывала где-то там около полукило, что должно было быть, я уже не помню. В общем, две пачки они разложили, привезли. Вот такое тоже вкусненькое печенье. Галетта. В общем, две упаковки. Вот такие вот семейка Озбим. Я вот часто беру сушки такие. Они очень вкусный состав. Хорошие вот такие вот палочки, трубочки взяла шоколадные. Потом мармеладки взяла. Мармеладки свеженькие, немножко. Нет, представляете, они мне не положили. Мандарины. Сейчас напишу комментарий. Я говорю, я вчера что-то мне ни к чему. Я про них забыла, про эти мандарины. И что, вот это я все убираю. И вот это, я думаю, можно и оставить. Одно. Смотрю сюда на полку. К хлебу. А это уберу. То есть они увидят, им сразу все захочется попробовать. Сейчас буду писать комментарий по доставке. То, что либо он забыл из машины выгрузить, потому что он вчера приехал, курьер. У него там целый багажник был загруженный всякими разными пакетами. И может быть в каком-то из пакетов там и осталось. А еще знаете, что я не вытащила, не показала. Заказала еще я брокколи. И свежую капусту. Это вот в морозилку я убрала. И еще там у меня... Ой, господи, сейчас не достать. Вот, тесто. Я уже все забыла, что я заказывала. Тесто такое наше любимое. Самый вкусный тесто, который я пробовала. Вот такие вот еще пельмешки взяла. Вот там мандарин как не было, так и нет. Сейчас буду писать комментарии. Это надо было, конечно, делать все вчера, проверять. Говорю, просто уже было поздно. И я что-то не стала перепроверять ничего. А зря, оказывается. Ну ладно, в следующий раз буду внимательней. Остальное у нас все дома есть. Крупы, мясо, рыба, в общем, масло, молочка. Вся это у нас все есть. Самое вот основное. А это вот так какие-то вкусняшки. В общем, у меня заказ получился вчера вот, где-то почти 2300 рублей. 2300. Вот.